Всем привет! Мы сегодня приехали по чаю. Смотрите, как масштабно. Сегодня у нас воскресенье. Такая вот красота. Он такой большой. Сейчас пойдем. Thank you.
страшно. Ой, как тут красота. Тут я печера с пущами. Колокол. Лаврский. Это Почаевская лавра в Тернопольской области. Очень красивое место. Мы на службе постояли. Немножко нам не повезло. Не повезло в том плане, что видите, какой туман. Если сейчас солнышко, это было бы так красиво. Но все равно очень красиво. Я минутку там засняла. Красиво пели. И мощи спустились, но там снимать нельзя. Там сидят охранники. Когда он случился, немножко сняла вам. Мощи нет там, он сидит прямо в пещере. Мы туда спустились в пещеру, посмотрели. Вот такая красота, ну такой густой туман. Самое высокое объемное сооружение Святой Успенской Почаевской лавры. Построен стараниями и усилиями братьев монастыря по проекту архитектора Новгородова. Размеры храма: длина 66 метров, ширина 52 метра, высота 70 метров. По состоянию на 2014 год занимал 5-е место среди православных храмов Европы по диаметру центрального купола, который составляет 25,7 метра. Собор украшает 33 купола. Внутренний интерьер выложен мозаикой. Собор трех престольный. Центральный престол в честь Преображения Господня. Правый в честь святителя Марка Ефесского. Левый в честь преподобного Марка Афинского. Малое освящение собора и первые божественные литургии завершились 2014 года. Ее возглавил предстоятель УПЦ, блаженнейший митрополит Киевский, вся Украина Владимир Сабадан. Священный архимандрит Святой Успенской Почаевской лавры. Благослужение Преображения. Богослужение в Преображенском соборе совершается по великим и престольным праздникам нашей эпохи. Собор Преображения Господнего. Найвищий той, найоб'ємніша будівля Свято-Успенській Почаївській лаври. Але правлять в ній лише по дуже великих праздниках. Не попадемо.
там выложен пол мозаика, очень красиво. И говорят, очень красиво, бесподобно. Но это нужно приезжать на очень большой праздник. Службы ведут только в большие праздники. В эти ворота мы заходили, в эти выходим возле парковки. Вот сюда вот. Очень нам все понравилось. Очень красиво. Звон, я думаю, вам я снимала как раз, когда звон был. Вы слышали, все так бесподобно. В столовку зашли. Ресторан. При лавре, да. Очень вкусные, постные, но очень вкусные блюда. Все, будем домой ехать. Какая красота. На службе постояли. Жаль, что больше в этот храм, он открывается только в очень большие, здесь правят, да, большой праздник. Если мы еще к тому времени большим, ну, какому-нибудь там Пасхе будем еще здесь, то мы съездим посмотреть обязательно большой в середине храма. А если уже уедем, то уедем. Мы вообще въезжали в ворота. Машину на парковке оставили. Здесь есть номера. Люди выкупают, те, кто паломники. Да, вот это вот гостиница. 5 этажей. Лифт, все очень цивильно. Я не стала, понимаете, снимать людей, смущать. Здесь столовка. Столовка тоже очень, очень, я вам говорю. Мы взяли по порции картошки с подливкой, грибы в сливках, по рыбной котлете. Мы очень наелись. Мы даже первого не брали, но очень как-то сытно так.